Циркумфлекс, пирожочки, с вами Старпёр и Бладборн. Я в новой локации после победы над боссом. Помню, как его зовут. Короче, мерзкая хрень из частей разных зданий. Назовем это так. А, это лекционный корпус, по-моему. Что-то такое. Ну ладно, дверь сразу открылась, гля. Это вообще законно? Успокоительно, ясно, я понял. Узбагойзе. Да шо ж вы такие все? 1300, ни хрена себе. Ладно. Вопрос, почему вы такие жесткие снят? Ой, блин, вы еще и магией шпыляетесь. Это херово. И больно, сука. Че вы выделаете? Непонятно. А здесь а что? Здесь интересно, вообще есть эти секретные проходы, ну, призрачные стены, в смысле, или нет? Ой, чую я, короче, это будет какой-то запутанный супер-мега-лабиринт. Да, хорош. Капец их здесь до хера. Чё-то мне подсказывает, сюда лучше не заходить. А дропа, кстати говоря, с них нет, что интересно. Бля, я хотел прочитать. Берегись, высокое место, лучше выбор заманивать. Не, я-то, конечно, заманю. Только куда и кого? Вот в чем вопрос. Но, справедливости ради. Денежка, конечно, здесь фармится мое почтение, с какой скоростью, ну, точнее, кровь-то. Очень быстро. 10 косарей, я убил 5 мобов, ну, плюс-минус. Пойдемте-ка этих расстроим чуваков. Так, кусок. А вот я, кстати говоря, не посмотрел, что мне нужно для следующего шага улучшения. По идее, уже не куски кровавика, а что-то другое. По идее, ой. Если то были студенты, то это профессор. Профессор, вы нахуя ломаете все? Профессор. Успокойте свое тело. Очень что-то он здоровый, блядь. Реально что-то он здоровый, блядь.
Все. И дропа нет. Ну, 4 косаря. Блин, а не, вот дроп. Два одинаковых. А почему херня такая? А вот и спуск на первый этаж. Это, кстати говоря... Бойся безумия. Космос от них тут воняет, да-да-да. Блин, так а... Там спуск на первый этаж есть? Безымянное присутствие Луны, призванное Лоуренсом и его соратниками. Бледная кровь. Бояться мне надо старой, так что ладно. 3/3 пуповины. 3/3 пуповины, блять, это целая пуповина. Ой, нет, нет, не хочу сюда. Кошмар Мэнсиса. Еще одна локация. Бля, я ту не исследовал до конца. Может, вы мне дадите фонарь? Че скажете? По-моему, охрененная идея. Дайте фонарь. Ой, это лица. Женщина-звонарь звонит в зловещий звонкий колокол, блядь. Это, конечно, круто. Ой. Так, а ты кто? Понял, принял. Охуенно. Охуенно. Так, я начинаю в кошмаре Мэнсиса, что интересно. Сразу. Без фонаря, без какого-либо. Ну, здесь уже было в какой-то локации так разок. Может, с ним не драться? Или вот так драться? Так, пусть. Пусть и не пусть, но победа моя. Так, стойте. Оттуда пришел. Ой. Нихуя у червей здоровья. Нихуя не дамажит. Так, крови не очень много дают, поэтому ладно, я буду червей скипать по возможности. Я так понимаю, нам нужно в замок в этот попасть. Да, я умный. А вы что думали? Кровавика 3, блин, может, все еще кровавики эти нужны? 10, например. Ой-ой-ой. Это кара безумия, поэтому помни лекарство. Я понял. Вот это, по-моему, да? Что это, блять? О, фонарь. Фонарь, заебись. А что это было? Какие-то копья в меня воткнулись, блядь. Да что это? Я, блядь, нихуя не понимаю, если честно. Это вон та штука меня типа наколдовывает? Или что? Ну, походу, да.
эти хреновины из него вылупляются, походу. Ой. Блять, да кто? Сука. Не-не-не-не-не. Я ни хрена не понимаю. У меня постоянно растет, блядь, безумие. А, ну или это может зона такая, слушайте. До меня дошло. Это сейчас не растет. Как это, блядь, работает? Ну она не с... Ну ладно. Может это эти рожи на меня накладывают эту херню? Или вот это он? Видите, он стоит. Хотя он меня видит, нет. Если бы это был он бы меня сейчас заколдовывал, я думаю. Так а что тогда, бля? Так, этот Ктулху враг. Попробовать прорашить. Женщина-звонарь идет нахуй, я считаю. Ёбнутый, что ли? Камень ты не трогай, бля. Так, что-то там есть. Кровище. Много кровищ. Плохой знак, блядь. Ага. Костяной клинок шамана. Ну вон там кто-то есть, смотрите. Блядь, да пауки-то! За что? Блядь, еще и пауков убивать, потому что они тебя чейзят, блядь, что за бред? Короче, в пизду, я хочу пофармить. Нужен левел повыше. Короче, я таки спустился на первый этаж со второго. Второй этаж вы видели, а я еще спустился на первый. Обегал здесь все комнаты и нашел ключик вон туда. Но я вам сейчас покажу. Помните там, где куча сидела студентиков? Я видел со второго этажа то помещение, я нашел, как в него войти. Ну, собственно, там я и качался. И еще оказалось, что вон те двери, то есть там на втором этаже двери есть, которые меня переносили на другую локацию. И вот здесь тоже двери, которые тоже меня переносят. Кошмар чего-то там, или граница кошмара, я не помню, в общем, как называется. Я туда зашел и сразу вышел, чтобы, ну, не терять нить повествования в Bloodborne. Представим, что она есть, на секундочку. Здесь, в принципе, на первом этаже ничего интересного не было, кроме, собственно, того самого ключа. Так что вы ничего не потеряли. Ну, вообще жалко. Я что-то увлекся, думал, что здесь спущусь, поубиваю мобов. В итоге нашел вот это. Ну вот, короче, они тут сидят, а я такой захожу. Такой захожу, потом отхожу. Потом жду. Жду. А потом как начинаю их кромсать? В узком проходе.
Ну и как вы видите, очень дохрена крови дает. Прям очень дохрена. И вот здесь еще два. Эти почему-то не агрятся сами по себе. То есть, когда я агрю всю эту бригаду, они продолжают сидеть. Но их я, конечно, тоже не щажу. Ну, в общем, вот так я фармил. Ну, за один заход 11 тысяч, как вы видите, я получил крови. Плюс мне интересно, там же я видел... Блин, не знаю, где это, в каком разделе было. Сейчас я постараюсь найти. Вот. Повышает. Сейчас. Вот. Нет. Во. Приобретает больше осколков крови. Если бы я эту штуку вставил в свои слоты, то, наверное, еще больше бы мог фармить здесь за один заход. Но, к сожалению, я пока что вставлять ни хрена не могу. И это немножко... Ну, это ладно, это прилично. Обидно. Скажем прямо. Вот, в общем, ладно. Сейчас я пойду наверх, на второй этаж. Потому что туда мне сыкать найти. Сначала посмотрим, что там на втором этаже. Ну, в общем, продолжим с того места, на котором я остановился. Скажем так... Вот я и здесь. Так, сейчас я поставлю место возврата успокоительное. Здесь же меня будут заваливать какой-то дресней. Не понимаю до сих пор, как она работает и кто это делает. Ну и я еще раз попытаюсь пробежать на ноге. Может быть, получится, потому что драться... А подождите, а может быть, я здесь могу? Сюда я не пробовал, кстати, бегать. А, блин, я уровень вам забыл показать, черт. Да, Так, фонарь, это отлично, только меня сейчас убьют, походу. Либо я... Да что такое-то? Ну, вот здесь мне и пиздец. Если вторые зайдут сейчас. Может, ты свалишься просто, ну? Как тебе такой план? Я поддержу. Или я свалюсь. Какова вероятность, что я свалюсь, а он нет? Я думаю, достаточно высокая. Блин, а чего так колбасит? Того, которого меня убил, не колбасило. Вот да, вот так, да. И сколько? 3500. Мое почтение. Да, сейчас я вам покажу левел. Значит, я 64-й, и вот мои статы. 26, 28, 37. Ловкость была 9 со старта, я вкачал до 10, ну просто захотелось, чтобы красивое было число. Ну и стойкость я собираюсь до 30 догнать, силу до 40, ну и жизни потом качать. Не знаю, Женя говорит, типа, выбирай билд, с которым ты будешь играть, но как бы, как я выберу билд, как? Не знаю ничего про пушки и так далее. По-моему, ответ очевиден, никак. То есть, если в Dark Souls я представляю примерно, как что есть такое-то оружие, под него надо какие-то статы там. Здесь, блин, какое оружие. Ну, то есть, я видел в продаже там какие-то топинамбуры. Ну, в общем, были пушки, были в продаже другие, помимо вот этого всего. Но... Я не знаю, надо их покупать или нет, лучше они или хуже. Короче, хз. Сейчас попробуем в те ворота зайти. Главное, чтоб меня не... Так,
Нет. Главное, чтобы меня не оприходовали, блин. Сок кровавика, у меня их уже несколько, надо посмотреть. Чё к чему. Блядь, да отстань. Все, он вроде отыбался. Женщина от них тут воняет, поэтому время для колющей атаки. А, я все, я вспомнил. Это же это место, блядь, со сраными пауками. Точно. И бабки с колокольчиками. Так, женщина звонарь исчезла, и зловещий звонкий колокол замолк. Это... замечательно. Чё, ноль реакции? Все, ему в брюхо зарядил, короче, из мушкета. Ему пофиг. Плохо он устроился. О, блядь. Надо будет их всех убивать, потому что они же тогда, помните, бегали за мной. То есть получается, блядь, я не могу их проскипать. А чё так больно? Пипец, они наваливают, если честно. А чё-то такого подвоха. Скажем прямо. А если я здесь спрыгну, то есть если я их не заагрю, они за мной побегут? Блять, судя по этому звуку, побегут. Говно. Ладно. Пипец, эти пауки меня разматывают, жесть. Да пошел ты нахуй, блядь. Да. Так, женщина-звонарь. Походу, ее больше нету. Типа, она только... Да, это уникальный моб, получается. Я его бахнул. И она не появляется. Как мне с этими пауками разобраться, чтобы они меня не драли? Лучше выбор заманивать. Понял. Двоих заманил. Следующий. Ну, он прибежит ко мне? Да. Такс. Садили геморно, блять, они очень пизда и все свалились нахуй. Ебануться. Еще у них какой-то увеличенный, блядь, дал этот. Рейндж или что, блядь? Да, блядь, я не могу ударить, он меня тыкает и тыкает своими, блядь, лапками, нахуй. Она меня через стенку пытается наебать, но она, походу, не может подняться. Паучиха. Пытается меня развалить через стенку. Так. Хорошо.
пауками разобрался. Но, блин, проблемка в том, что там дальше PvP-моб. И как бы, ну... Время для ударил получил, в смысле. Давайте я ударю. Нет? Обманули. Обманули дурака на 4 кулака. Ну, по крайней мере... А, нет, с ним еще второй. Блять. Ребенок плачет. А хотя второй ушел. Ебать. Что это еще за говно, блядь? Не вставай, блядь. Хочу его меч. Три успокоительных. Серьезно? Это моя награда? Не, подождите, а запись где? Здесь только луна, что бы это ни означало. Ладно, я во всяком случае продвинулся чуть-чуть дальше. Младенца, нет тебе пощады. Блин, ни хрена не вижу. Не смей пялиться на меня. Да кто шлепает меня, это нервирует. Сокровище ждет впереди. Какой-то наебос, я чувствую. Еще желтый хребет. Кстати, надо глянуть, что он делает. Ой. Спецматериал... А, ритуал святой чаши. Это, походу, для данжи. Ну, святые чаши, я так понимаю, это данжи. Или типа того. И, видимо, это какие-то материалы, чтобы либо в них зайти, либо что-то сделать внутри уже. Бля, можно не шлепать так? Алло. Пожалуйста. Кобзец страшно. Шлеп, 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 шлеп. Блядь, здесь все бронированные или что, не понимаю. Чего они такие жирные, ну, в плане ХП? Еле убиваются. Фулл стамина. Просто фулл стамина у меня уходит на одного чувака. Жесть. Так, ну, дальше еще я потом пойду. Давайте глянем, что вот здесь у нас. Это, наверное, шорткат. Время для радости. Ой. А, все. Это действительно радость. Это действительно радость, пирожочки. Поехали обратно. Это шорткатец. Ну, постараюсь сейчас не свалиться. Честно, здесь есть в стенках дырки, типа, куда можно занырнуть? Че нет. Так, я тогда этих детей трогать не буду. Они, по-моему, пассивные и не нападают на меня. По крайней мере, я не видел ни одной попытки. Подождите, это что? А, это клетка. Мне показалось, кто-то спиной в плаще ко мне стоял.
Да, что-то детям на меня вообще насрать. Так, супер баф. Я уже оценил его полезность на предыдущем боссе. Пускай будет. А здесь а что? А, тут просто дроп, походу. Голубой, голубой эликсир. Так, вон какая-то стоит паскуда. Но эта паскуда явно уже на меня будет агриться. В отличие от этих детей. С вероятностью до хера процентов. Главное, чтобы она не сделала так, что типа они тоже на меня начнут агриться. Вот это будет уже неприятно. Ну типа... Ко мне, мои юные подаваны. И пиздец. Блять. Я только что вас хвалил, уроды. Что вы типа не ебете мне мозгов. И что же? Что же сразу произошло? Здравствуйте, женщина. Как ваше ничего? Понял. Надо было убивать уебков, блять, малолетних. Блять. Бля. Хорошо, я их всех отпизжу, нахуй. Шлепанье больше не слышно, походу я всех убил. Я надеюсь, что она не вызовет, блин, других откуда-нибудь. Вот это будет неприятно. Вроде бы здесь она одна. Ну, сойдет. Грязный самоцвет свежей крови. Так, стоямба. Яма. Яма не мой выбор. Или мой? Не, не мой. Блять, там еще один. Хорошо, что я вслед за ним не сиганул, согласитесь. Сейчас можно как-нибудь его заманить и в яму скинуть? Аккуратненько. Да если я здесь, допустим, встану. Ой, ой, что за хуйня? Блять, откуда? Что это за говно? Ладно, я буду на ноге сейчас пробегать, не хочу, это очень долго с ними драться. Я просто на ноге, вжух, и только меня и видели. Единственное обидно, что походу мои души где-то у того, который меня убил. И это не он, блять, что интересно. Не души, а кровища. Я бы хотел их забрать, но в пизду. Так, ну и здесь все, мне походу просто на лифт. А, нет, мне не на лифт. Я ж надеюсь, там... Ёптую мать, ждать не придется. Типа, сел да по... И поехал. Что мне подсказывает, есть смысл отправлять этот лифт сразу вниз. Есть такое подозрение. Пёс жаждет встречи с тобой, о птица. Пускай идет жопы нюхать другим собакам. Встречу он жаждет, блин. Враг мерзость какая. Блин, да здесь все враги мерзость. Скажем прямо.
Подождите, это птицы с собакоголовой. Ладно. Игру делали японцы, удивляться не стоит ничего. Вспомним хотя бы Химеру из Алхимика. Так, у меня такое ощущение, что кто-то бежит. Со вполне определенной целью, как вы понимаете. Ой. Ой. Я был в шаге, походу. Реально, это птица с собачьей башкой. Проклятые наркоманы, блядь. Уии, блядь, говно. Блин, я хочу... Стоя на чека противоядия. Так, я хочу вот сюда. Что мне мешало сразу сюда запрыгнуть? Нормально, я хз. Конечно, под подозрение в первую очередь попадают кривые руки, но не могут же они быть настолько кривыми. Не, ну давайте прокатимся. Мне прям интересно. О, фонарь. Так подожди, а... О, я теперь могу вызывать эту хрень. Отлично, мне бегает еще один шорткат, короче. Вот это славно. Это славненько. Я доволен. Не придется бегать кругом, и можно сразу сюда будет приезжать. И мне кажется, это свидетельствует о том, что босс близко. А вот здесь, наверное, будет еще типа выше потом поехать. Ну ладно, посмотрим, не буду я сейчас строить догадок. Кровавик ждет впереди, и добрая кровь укажет дорогу, бля, чтобы это не значило, как обычно. Кровавик, 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 кровавик ждет впереди. А сколько у меня кровавиков уже? Вот, 6. Она, да? И я не помню. Блин, ну можно, конечно, сгонять и посмотреть. Опять эти дети ревут. Бежим за призраком, он знает, куда идти. Сто пудов. Как здесь прикольно. Так стойте, а там что? Нахрена я вокруг обходил? В чем смысл был этого обхода? Типа, если бы я пошел сразу прямо, то что? Непонятно. Ну что-то мне кажется, что я сейчас иду к этому вашему Миколашу. По-моему, как-то у него вот очень похожие были. Да, да, так и есть, походу. Ах, Кос. Или некоторые говорят Косом. Ты слышишь наши молитвы? Да, это он. Нет, мы не должны покидать сон. Никто нас не поймает. Никто нас не остановит. Миколаш, хозяин кошмара. Ну, из того, что я видел... И знаю, это самый ёбнутый босс, блять, в игре. Будет бегать от меня.
не попадет куда-то сам, короче, куда-то забежит в какую-то комнату, и там мы уже с ним будем драться. Или типа того. Если я ему в спину бахну. Понял. А, ну ему похер, логично. Он просто телепортируется и все. И еще он меня наебывает. Животное. Ну постой. Блять, еще один тентакли. Тентакли хуй. Я сейчас обмажусь чудовищностью, блять, и тебе пиздец, братан. Я буду обмазываться, я помню, надо в яму куда-то прыгать к нему. Типа это так работает. Сначала я здесь с ним дерусь, потом он убегает, прыгает в яму. Ну или типа того. Блин, наверное, короче, ну, меня убьет, я думаю, с первого трая я не смогу его заколбасить. И я сгоняю тогда в сон охотника и посмотрю этот, как его. Может, можно улучшить топор. И сейчас он снова убегает, да? Прекрасно. Охотник всегда охотник. Даже во сне. Но, увы, не торопись. Кошмар бурлит. Кружится без остановки. Сейчас я, короче, вот эти штуки поубиваю, чтобы они мне не мешали. Ну, это, конечно, сработает при условии, что они не респаунятся все время. Мне, походу, его надо снова найти, как однажды услышал ты легкомысленного Рома. Дай нам глаза. Дай нам глаза. Ну и где ты, псина? Так, это запертый выход с арены, ладно. Ах, Кос, или как некоторые говорят, Косом. Так подожди, ты повторяешься, браток. О, сюда, походу. Берегись молнию. Бля, я всего тут берегусь. Ай, сука, с арбалетами у ёбки. О, 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 тихо, тихо, кровавики. Ну стой, 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 кровавики, ну. Сейчас меня тут опиздошат, блядь. Да, блядь, да. Ну ладно, три куска кровавика, пойду улучшаться. Да, да, можно улучшить. Отлично. И кровавый камень, это уже будет плюс 10 у меня. Постойте, давайте починимся, если нужно. Глянем, что там с самоцветами. Ого. И 127, еще лучше можно сделать. Во, хорошо. Такс. Такс. Очнуться можно. Один поинт. Мы качнем силу. Давайте уже доведем ее. Ну точно, поближе. Поближе к 40.
Здесь же, я понимаю, капы такие же, как и в соусах. Типа софт-кап на 40 и так далее. Блин, ну босс задротный, блин, ну тром задротный был. С этим бегай, блин, туда-сюда, ну тоже, ну, реально. Интерес, скажем, прямо такой себе, гоняться за этим упрем. Он сразу побежал куда... Да ладно. Зачем мне так повезло? Блять, сейчас меня кукла отпиздят. Прикольно сделано, видите, у них типа такие призрачные веревочки, как у марионеток. Я же так понимаю, нельзя его отмудохать на первом, на первой фазе, типа как бы быстро ты не вливал урон, он просто телепортнется от тебя и все. Да, видите? Автоматически. Majestic. Hunter is a hunter, even in a dream. But alas. Так, вниз там и был дроп. Давайте, я хочу. Дроп превыше всего, запомните, пирожочек. Даже если кусок бесполезного говна, типа. Успокоительно. Вот это уже хуёво, блядь. Ну ладно, я зато забрал дроп. Не улетай. Ну не хочу я за тобой опять носиться, искать тебя. Ну хотя типа мне только вверх теперь можно идти. Если я правильно понимаю. Типа выбор не особо велик. Велик не велик, как сказать. Я точно не. А, здесь у нас. Блять, как ты загибал пыль. Ну и где? А, во! Сюда, да? Время для стрельбы издалека. Че, можно сверху его? Время для яд. Помни яд и кошмара, нет тебе пощады. Лучший выбор яд. Подождите. О, он дамажится ядом, гля. И его типа глючит, он постоянно от урона пытается телепортнуться. Блин, плохо, что непонятно, как долго этот яд будет висеть. Ну ладно, я подожду, у меня 12 ножей есть, настакался он быстро. Теперь я просыпаюсь. Я забуду все. Я клетка Менсиса. Я, если честно, удивлен. И что происходит? Ага, какой-то мост. Какой-то мост едет вверх.
Походу, это позорит мне куда-то перейти. Дедукция. Дедукция пирожочки, я в ней сказочно силен. Так, клетка Ментиса — это шапка. Да. Шапка... Херня. Назовем ее так. Ну, пускай будет. Окей, ладно. Я реально... Ну, я не понимаю, короче, прикола. То есть это даже не чиз. Это даже не чиз. То есть не нужно искать каких-то странных... Что это такое? Каких-то точек или еще что-то. Просто сверху по нему накидываешь и все. А он раз и умер. Это странно, что не говорите. Так, эти ж куклы не будут вставать, правильно? А, так стойте, это тоже место, где я с ним дрался в первый раз, только со второго этажа я спрыгнул. Понял. Нет, не понял. Не то это место. Блин, этот туман ни хрена не помогает ориентироваться, скажем честно. Ключ от железной двери. А где железная дверь? Это что за звук был? Блин, подходит клип к концу, ребят. Надо сейчас мне перевключить запись. Короче, все, я справился. Геморно, конечно, что по часу. Не знаю, в чем, блин, смысл этого ограничения. Типа писать клип всего часовой. Почему, если там, блин, еще 400 гигов места свободно? Почему бы не дать писать, до пока время не закончится, точнее, место свободно не закончится. На винте. Стойте. А, ну, наверное, мне надо выйти в общий коридор или что? Или что? Не понимаю. Где железная дверь? Даже, может, на ключе написано. Ключ от железных ворот перед средним мостом. Бля, это, конечно, круто. Это вот этот мост, то есть мне выше как-то надо подняться по максимуму. Сейчас попробуем. А как, бляха-муха, если я здесь убегаю вообще в другое крыло? Или не надо было спрыгивать? Так, ладно, сейчас я пойду наверх. На самый верх. Ага, и фонарь там. Ну, прекрасно же, ну. Пятьдесят одна тысяча, очень жалко будет потерять, поэтому я полетел. Сразу починимся, сделаем все вот эти дела. Там какой-то камень у меня еще новый.
Посмотрим, куда его можно. Нет, никуда. Ну и леса с тобой. Идем, кач. Welcome. What is it? Very well. Let me. Так, две силы. А, ну и все. Ну, значит, две силы. Окей. И 359. Блин, как я идеально потратился. Ну и все, на этом я закончу. Закончу на этом. Миклаша убил, самый противный босс. Еще раз повторюсь по отзывам многих. Но я не понял, почему. Не понимаю. Приходишь? Ну, первая фаза не... Если бы на второй фазе, точнее, на втором трае, когда он сразу побежал направо, если бы я не побежал вниз и не сдох за лут, я даже уже не помню, что там было, какое-то колдунство вроде или типа того, то, блин, короче, пипец. Это очень примитивно как-то. Ладно, ладно. Спасибо, пирожочки, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мои каналы, если хотите. С вами был Старпёр. Всем счастливо.